Ребенок учится всему, подражая взрослым, в том числе и содержать свою комнату в чистоте и порядке. К тому же, участие во всех взрослых делах позволяет ребенку почувствовать свою важность и ответственность. Поэтому, когда собираетесь убраться в доме, подключайте к этому процессу и своих детей. Поручите им какую-либо задачу, подходящую по возрасту. Например, ребенок 4-6 лет легко справляется с протиранием пыли с доступных поверхностей, с раскладыванием своих игрушек, пазлов и других принадлежностей по ящикам и полкам. Также он может помочь вам протереть зеркало, подмести полы, аккуратно расставить обувь в прихожей или гардеробе, загрузить вещи в стиральную машину.